Ребята, сегодня у меня в продаже черный фотоаппарат Canon, коробочка и сумочка. Хочу сразу внести в ясность, продается как нерабочий, под ремонт или на расходники, на запчасти. Ну не люблю я такие японские аппараты, миллион этих кнопочек, полжизни надо потратить, чтобы научиться им работать. Ну, так бывает в жизни. Залетают такие вещи мне постоянно, и ты не знаешь, что с ними делать. Вот смотрю на него и вижу одну единственную дорогу. На аукцион. Итак, ребята, поехали. Претензии не принимаю. Возвраты не принимаю. Выставляю с 1 гривны. И, как говорится, пусть победит сильнейший. Итак, вот коробочка. Такая вот вся цветная, ну, скажем так, что, ну, обычная коробка Canon. Зовут его, смотри, EOS 350D Digital. Итак, поехали, распаковка. Что мы имеем в коробке? Мы имеем черный провод, целый, быстрее всего рабочий. Canon плюс-минус, это под аккумулятор зарядная штука. Ну, блочок сюда, походу, аккумулятор вставляется. А, вот, вот так, да. Все, и вот заряжаешь аккумулятор. Проводок еще какой-то такой вот. С каким-то конденсатором. Коробочка. Пустая. Сейчас как она открывается, на секунду. Все, вот я ее вскрыл. Это сюда такая быстрее всего линза вставляется, но линзы, к сожалению, нету. Инструкция. Еще одна инструкция японская. Еще одна. Вот видите, сколько тут всего. Надо читать. Диски. Чик-чик. Два черных диска. Да тут. Можно с ума сойти, глянь. Еще одна инструкция. И еще одна инструкция. Ну, это может паспорт какой-то. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая. И вот такая вот толстая. Смотри, сколько тут листиков. 170. Пожалуйста, вот это 170 листов. Надо все прочитать, изучить. Вот. Где что нажимать? Не-не-не. Так, ребята, здесь я показал, что в коробке есть. Коробочки, провода и два диска. Так, переходим дальше. Сумочка. Сумочка такая вот прикольная. Можно оставить ее себе на рыбалку. Такой вот раз под блесенки. Ну, сюда фотоаппараты засунул. Кармашики. Да нафиг она мне надо, эта сумка. Все. Продается. Ага, смотри. Вот видишь, эта штука сломана. Ну да. Сумка, конечно, все с боками. Все, мне такая не надо. Так, сумочка. И вот же он сам аппаратик, ребята. Сейчас я его буду нажимать на всякие кнопочки, заводить его, запускать. Да, тут он такой вот весь замацканный весь. Так. Мусорочка, меню. Сейчас открою вот этот отсек. Ага, это аккумулятор. Точняк. Made in Japan. Япония. Так, вот еще тут что-то есть. Оп. А, это под вот тут белый проводок, а это под что-то другое. Эта штучка вот достается и залазит и вылазит. Так. Е58 миллиметров. Оптика. Поехали, ребята. Смотрим оптику. Ну, такая вроде чистенькая, не царапанная. Эта штука, вот видишь, зум, наверное, заезжает, выезжает, все работает.
Вот так оно все работает, видишь? Чик. Canon Zoom. Бла-бла-бла. 58-й. Так. Ну, детальные фотографии в описании будут. Там еще можно будет посмотреть. Итак. Поехали. Вот это, наверное, включить. Он включить. Что-то зажужжал. Так. Дата, время. Меню. Так, а что ж тут нажимать? Надо ж фоткать. Какой ужас. О. Чик. Что сфоткал, чеша. О, все, село. Что-то запищало. Запищало, и он выключился. А. Ну, батарейка, походу, села. Ребята, в общем, я не знаю, что тут еще показывать. Нет у меня времени его заряжать. Проверять. Больше видео снимать не буду. Но, да, больше ничего снимать не буду. Короче, я продаю как нерабочий. Продаю, короче, оптику. Один объектив, ну, типа, вот это все в подарок. И пусть, как говорится, победит сильнейший. Все, ссылочка в описании, переходим. Такой черный, нерабочий фотоаппарат.